Ну что, надо мной, как обычно, все угорает. Спрашивают, что мне делать нечего. А я пошел очередной раз испытывать себя. Посмотрим, сколько сможем пробежаться. Водичка с собой есть, питание есть. В плане, конечно, добежать от Цыглино до Субакаева. От Субакаева уже получается до М5 выбежит. Я не знаю, сколько это получится в расстоянии. Скоро узнаем. Карту потом предоставлю. Всем легких ног. Вот он мой тягун. 2 километра бежим в подъем. Добежал до Субакаева. Дальше до М5 остается чуть-чуть. Еще бежим пока 7 километров. Со мной повозку выслали. Кому нужен навоз? Субакайский. Настя. А вот и М5. Поворот Ленинская. А тут у нас получается Субакаева, дальше едешь в Балтику. Через километров 10 Балтик. Ну, какая классная природа. Я все, выбежал. Субакаева, бегу обратно. Осталось еще 7 километров. Этот подъем, который я вначале преодолевал, он аж 3 километра. Сейчас зато мне самое классное, что спускаться 3 километра. Так что скоро буду дома. Я сделал это, но функционал сегодня был отвратительный, поэтому из 2 часов не смог выбежать свой полумарафон. Получилось 2 часа 2 минуты. Как-то так. Хотя и пытался ЧСС подводить, но 160 в среднем. Вообще функционал куда-то делся. Вроде неделю отдыхал. И эти дежурства дали себе знать. Будьте здоровы. В общем, я выполнил свое обещание перед собой.